Приветствую, друзья! Добрый вечер! Коллеги, у нас хорошие новости. Сегодня, пока мы проводили мастер-класс, потом мы обедали, потом возлежали после обеда, оказывается, в это время наши коллеги, наши студенты ходили, сдавали сертификацию. Ну, например, Андрей пошел и сдал, собственно, ICND-2, и теперь у него фактически весь полный CCNA. Андрей, вы молодец, благодарю. Я вас поздравляю. Показываем, предъявляем, как говорится, улики. Коллеги, что на самом деле происходит? На самом деле картина такая, что 97% наших студентов идут и сертифицируются, и получают международные сертификаты. Вот. Мало того, что сегодня фактически последний день, когда можно сдать старую сертификацию, и ребята молодцы, они идут и фактически все это дело сдают. Вот, например, Павел Шип пошел и сдал, собственно, CCNA Security, и у него балл, сколько тут, 876. Пас, молодец, Павел, вы супер-пупер молодец. Вообще круто, молодцы ребята, конечно. Дальше, вот Григорий Романюк пошел и сдал, собственно, CCNP Route. Вот, причем сдал его на сколько, на 915. Вообще молодец. Григорий — это вообще уникальный человек, он молодец, он переехал. Мы ему помогли с трудоустройством, с переездом в Киев. Вот, учится, развивается, молодец. Григорий, предъявляю доказательства. Вообще супер, молодец. Классно. Дальше, человек, студент года. Студент года, или как этот, самый главный цискарь, это, собственно, Дмитрий с Днепропетровска. Он сдал все три части курса CCNP, это вообще круто. И самое главное, он CCNP Troubleshoot, самую сложную часть, он сдал на 1000 баллов из 1000. Дмитрий, снимаю шляпу, вы молодец, это просто круто. Вот такая картина, ребята. Дальше, вот буквально пару минут назад списывались с Геннадием Волковым. Геннадий тоже ходил сдавать сертификацию. Единственный нюанс, что в Украине все центры сертификации были заняты, и Геннадию пришлось лететь в Австрию для того, чтобы сдать свой CCNP. Вот такая вот картина. Поэтому, коллеги, нужно идти вперед. Те, кто что-то делают, те идут и, собственно, развиваются. Нам еще ребята пишут в Facebook вопросы всякие. Вот, например, раз Андрей уже здесь, то давайте мы ему позадаем эти вопросы. Значит, пишет, собственно, Александр. Ждем фидбэка. Как это было? Ну, на самом деле, я просто пришел в сервисный центр, подписал бумаги, сдал личные вещи. Ну, допустим, даже тот же Mi Band, мне пришлось его сдать. Меня завели в аудиторию, я сел за компьютер, мне запустили тест, и я его прошел. Дальше вернулся, забрал вещи и просто вышел. И радовался тому, что сдал. Молодец, супер. Насколько было трудно? Ну, на самом деле там зданий, чтобы прям думать, было очень мало. И в основном там было либо я что-то знал, либо я чего-то не знал. Поэтому было не особо трудно. Молодец, надо готовиться, по сути. А сколько вы проготовились вот, времени, сколько понадобилось? Ну, начал готовиться где-то в середине декабря, но прям усердно только где-то после новогодних праздников. Фактически месяц реально подготовиться, коллеги. С какой попытки? Ну, это первая попытка. С первого раза, коллеги, нужно готовиться. Не нужно рассказывать, что где-нибудь на Южном полюсе сегодня тучи, поэтому я могу лежать на диване, пить пиво и ни хрена не делать. А нужно развиваться. Кстати, у Андреевой мамы сегодня день рождения. Андрей, как ее зовут? Наталья Ивановна. Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, я поздравляю вас с днем рождения. Поклон вам. Можно гордиться вашим сыном, он вообще молодец. Ребята, приходите, учитесь, сертифицируйтесь, у вас все получается, надо делать. Я вообще не понимаю, как может не получиться, если ты берешь и делаешь. И подтверждение — это вот эти сертификаты, которые мы фактически собрали, вот эти все распечатки, которые мы собрали за сегодня. Всем пока!